Мастацтва з характером. Выстава под такой назвой открылася у Гомельским областным центре народной творчості. Экспозиции традиционные, обрядовые, авторские и сувенирные ляльки. Основная рыса лялек оберегов – их безобличность. У наш час яны выконывают роль сувенира. Сучасные ляльки представляют национальные костюмы от белорусских до грузинских. Есть тут театральные и рамесные ляльки. Яны объединяют мастацтва скульптуры, дизайну и декорации. Есть несколько кукол, которые отражают и, вот, например, грузинское национальное, но стилизованный, конечно, костюм. Очень много, конечно же, посвящено белорусской теме, и куклы выполнены из текстиля и выполнены, притом, ручной вышивкой. Это, опять-таки, работы в основном колледжа народных художеств, промыслов, и также в технике ткачества, выполненные художественным колледжем тоже города. Практично каждый район представил для выставы свои экспонаты – глиняные, соломяные, тканковые. Работы навученцев Мастацкого колледжа и колледжа народных мастацких промыслов выполнены у добро ведомой технице, однако с новаторским подходом. Здесь была основная идея сохранить такой вот, взять за основу мотив именно платка белорусского, хустки, и творчески преобразовать в какую-то стилизованную интересную коллекцию кукол. Работа небольшая, и поэтому видны все изъяны. И если где-то что-то неправильно состыковать, либо еще что-нибудь, то очень много дефектов получается.